Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас вторая часть видео получения топового титула. Также мы получим еще дополнительно топовые плюшки. И мы сегодня будем качать здание. Видите приблизительно, сколько у нас уйдет самоцветов на здание. Как видите, у меня 333 тысячи сейчас. И видите, сколько мы получим силы. Или сможем мы поднять на максимум аккаунт. То есть получить 600 тысяч и получить титул, который по сути... ничего мне не даст. Вот так вот. Сейчас я пересмотрю, что у меня еще по героям не докачано на девятке. Так, тут девятка, девятка. Поднимем немножко рунами. Так, огненько можно вернуть обратно. Видите, немножко силы у меня припрятано здесь. Так, давайте, наверное, ему тоже пакт сделаем. Посмотрим на него на максималочке. Так, есть. Ну, это нету смысла качать, тут потом перекачаем. Заклинательница. Пусть такая будет. Варлок. Так, это тестовый вариант. Ранки можно. Уже качнуть девятку, сделаем обзорчик. Посмотрим на изменения. Хрон. Хрон один с девяткой однозначно вот такой вот будет. И один с оживой для теста. Так, окей. Поехали дальше. Дерево. Так, это мы оставим. Пока оставим, оставим. Так, раз ожива. Давайте один. Священным пусть тоже будет, интересно будет на него посмотреть. Так, стрелок. Так, пошли ронины. Смотрим дальше, что у нас тут еще интересного такого есть, на что можно будет потом посмотреть. Малышник, неинтересно. Черепа пошли. Кстати, то, что я хотел сделать когда-то, мы уже это сделаем, на этот обзорчик. Череп с оживой. Хоть у него она и встроенная, очень будет интересно посмотреть. Так, тыковка. С молодушкой так и осталась, пока не будем ее трогать. Так, ведьма. Старенькая еще. Так, у нас там еще архи на носу. Я что-то разбежался. Оставлю немножко камешков. Так, окей. Ну что, поехали. Самое интересное будет сейчас впереди. Начинаем качать здание. На здание надо очень много ресурсов. Но ничего не поделаешь. Смотрим. Запомнили количество. Сначала качаем такие более интересные здания. Башни я уже здесь улучшил. Не знаю, возможно, мне и не хватит, но думаю, по 1000 мы должны по-любому поднять. Здание, которое у меня вообще не прокачано. Я его даже не начинал качать. Поэтому качаем все, что есть. И, соответственно, вы видите, мега бонус. Давайте так постепенно будем качать. Вот это, допустим. Так, это за золото, это за ману. Поехали. Чтобы не бегать по всему. Немножко преобразим мой аккаунт. Странно, что Минотавр сливается так быстро. Вроде и с ангелом, без пакта. Так, поехали.
В любом случае, мне постройки надо будет улучшить рано или поздно. Возможно, выйдут скины, для этого надо будет максимальный уровень. Хотя вряд ли, думаю, максимальный. Если всем дают, то, скорее всего, нет. Ну, кто его знает. Чтобы потом не мучиться, лучше сейчас прокачать. Заодно и получим новый титул. Как хорошо здесь фармить, все быстренько, все четенько. Так, у нас с хранилищами маны проблемка, я вижу. Надо их тоже улучшать. Вот видите, у меня тут еще дофига не построено, вот они, хранилище маны. Сейчас мы вот так вот сделаем, будем мелкие качать, чтобы быстрее прокачаться. Они, по сути, дают все одинаково силы. Так, не буду я строить еще одну казарму, она мне, в принципе, не особо нужна. А вот на это стоит потратиться. Таких зданий у меня вроде все такие, которые по 10 дают, я прокачал. Сейчас посмотрим, еще раз пересмотрим, на всякий случай. Но в любом случае, хранилище маны будем качать на максималку все. Так, окей. Как видите, вот эти вот шахты добычи, они меньше всего дают. Сейчас будем вместо них качать казармы. Казармы нормально дают. Так, и тут надо улучшить, чтобы не возвращаться. Тоже пятерочка. Да, веселая, веселая трата. Но других вариантов, к сожалению, нет.
Так, что у меня за ману? Печально. Башня все улучшенная. Придется золото только фармить, походу. Так, стальная гильдия максимальная тоже. Вариантов других нет. Включаем сейчас казармы, значит. Потом все остальное. Уже у нас ушло 20 косамов, просто улетело даже больше. И по сути мы подняли фигню силы. Интересно, я успею или не успею. Возможно, проще было Ронинов перекачать, но для этого надо было камни оставлять. А где мышка делась? Еще и мышка пропала. Так, это интересно. Делаем ход конем. Сегодня. Так. Кстати, я еще не посмотрел, надо посмотреть по скинам. По скинам уже улучшены все. А и питомцев надо чекнуть. Питомцы тоже подходили. Так, где наши пэты? Ну, тут все прокачаны вроде. Так, донатные, да, эти на 20. И, по сути, мы фигни получим за улучшение. 31-й. Да, тут не вариант. Значит, продолжаем трешечок. Других вариантов нет. Одно здание получится где-то приблизительно 70 силы. Ой, это 10 зданий. Задолбусь я их качать все. Thank you.
Еще и мышка села как раз его, которую удобно чувакать. Ну что, ребят, вот и все, докачала некоторые здания, и уже добил практически 600. Мы получим новый титул сегодня, получим, наверное, интересный приз за прокачку. Как видите, на прокачку у меня ушло где-то порядка 140 тысяч. То есть мы потратили на прокачку зданий, и то я все еще не докачал до максималки. Ну, окей, поехали, let's go. Все. Титул получен, можете меня поздравить. 600к на китайке покорили мы, на английском мы это сделали намного быстрее. Как видите, мы это сделали твинками быстрее, чем основой на русском сервере, и это очень печально. Также я говорил, что я получу определенную плюшку, вот я еще собрал дополнительно из-за прокачки уже еще плюс одного огника себе на аккаунт, вот как-то так. Так, забрали эти плюшки. Что у меня там делается по огникам? Ничего тогда. 18 штук. Еще можно пооткрывать, потом будет сумочек. Так, окей. Ну что, будем делать топ-1. 600к мы покорили. Сейчас напьем, сделаем. Немножко больше, чем Джонс. Он все в надежде убегает, думая, что прокачается лучше. Хотя, может, как и в прошлый раз, просто сейчас будет тоже качаться параллельно, чтобы забрать топ-1. Хотя это, в принципе, не столь важно. Топ-1 на китайке, как бы, ну, топ вообще ничего не решает. Просто чисто строчка в рейтинге. Давайте уже докачаем немножко больше, мало ли. Так, это тоже 25-е уже. В общем, вот как-то так. То есть, титул последний мы на китайке забрали тоже. Не знаю, думаю, все-таки введут. Я надеюсь, что введут следующие титулы, и можно будет дальше решивать, потому что на английском там 650, здесь уже 600. Ну, я как бы особо здесь не качаюсь, в основном на английском сервере. Там повеселее и поинтереснее, чем здесь. Здесь чисто так, ради обзорчиков, прокачка идет. Посмотрим, что нам приготовит обнова. Так, что там надо перезайти на всякий случай. Сейчас перезайдем. Мало ли, сервер обновится немножко раньше. Ну и ждем обнову, посмотрим, что нам обнова приготовит уже. Очень интересно посмотреть, что же у нас будет в этой обнове, что интересного нам китайцы приготовили. Надо сделать какое-то красивое число. Но Минотавр, чего ты не бьешь? Не хочет он бить у нас. Так, 74. 77.
Да, в принципе, думаю, можете так и ставить. Уже соточку качнуть. В общем, так вот, ребят, получили мы кучу плюх. Они, конечно, жалко не меняются. Ну, опять же, прокачали немножко силу здания. В общем, вот как-то так. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Ждите следующих видосиков с Китайки. Думаю, уже обнова будет, и мы уже разберемся, что и как. Всем удачи, всем пока.